В Минске начался марш протеста оппозиции. Колонны демонстрантов стягиваются в центр города. Там уже несколько тысяч человек. Ранее туда выдвинулась спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики. В городе закрыто несколько станций метро. Снижена пропускная способность мобильного интернета. На некоторых улицах выставлены ограждения и досматривают сумки. Задержано несколько человек, в том числе два белорусских журналиста. В воскресенье истекает срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Среди требований – отставка действующего главы государства, свобода политзаключенным, прекращение насилия. С понедельника оппозиция призвала начать бессрочную забастовку на промышленных предприятиях в случае невыполнения требований властями –